Всем доброго времени суток. Получил очередную бандероль с Китая. Это смарт-браслет Xiaomi. Сейчас мы распечатаем. Так, заказ был сделан на сайте GearBest. Добирался он сюда дней 20 примерно. Это Xiaomi Mi Band. Xiaomi Mi Band 1S. Это с измерением пульс. Так, повторюсь, был сделан заказ на сайте GearBest. Добрался сюда, отправили его очень быстро. Добрался он также довольно-таки неплохо. Вот такой вот коробочке он находится. Сам ремешок. Здесь, я так понимаю, кабель для зарядки и инструкции. Инструкция на непонятном языке, китайском, судя по всему. И вот сам браслет. Вот находится вот здесь, вот в самом верху. Это зарядные вот так вставляется. Я еще ни разу не покупал эти смарт-браслеты, не знаю, как ими пользоваться, как здесь и что, как его здесь вставлять. Ну, ремешок такой, довольно-таки качественная резина какая-то. Ну, в общем, в целом так вроде бы неплохо. Как он сюда вставляется, я не могу понять пока. Сверху или снизу его надо вставлять. Стоимость данного фитнес-браслета $19.5. Цена акционная, довольно-таки неплохая. На Алиэкспрессе по такой цене не купишь. Вот так вот я его вставил. Вот так вот он смотрится. Здесь на кнопочке закрывается. Ну, вот такой вот браслет. В принципе, так вроде бы все нормально. Уже буду ставить приложение на смартфон, пробовать, тестировать. Ну, по цене очень даже неплохо. Цена и качество отправки, скорость доставки довольно-таки неплохие. Ремешок USB зарядный, тоже прорезиненный такой, довольно-таки неплохой. Я думаю, что и с браслетом в работе все будет нормально. На этом все. Всем спасибо. Ссылка на GearBest будет в описании. Всем спасибо. Всем пока.